Спонсор прогноза погоды — Новокузнецкий государственный цирк с новой программой «Джамбо». Спешите увидеть! С 13 февраля в Новокузнецком цирке грандиозное шоу Тиграна Акопяна «Джамбо». Яркие трюки, шикарные костюмы и десятки экзотических животных. Шоу «Джамбо». Восторг и отличное настроение. В пятницу на юге Кузбасса будет пасмурно, пройдет снег. Ветер усилится до 16 метров в секунду. В Прокопьевске ночью минус 18, минус 20. Днем 19-21 градус мороза. В Осинниках ночью минус 16, минус 18. Днем минус 19, минус 21. В Мысках ночью 17-19 градусов ниже 0. Днем минус 18, минус 20. В Междуреченске ночью минус 17, минус 19. Днем 18-20 градусов мороза. В Шерегеше ночью минус 16, минус 18. Днем минус 19, минус 21. Сильный ветер. В Новокузнецке 26 февраля ожидается пасмурная погода, пройдет снег. Температура ночью минус 16, минус 18. Днем минус 19, минус 21. Ветер юго-западный умеренный. Геомагнитное поле Земли спокойное.